женщине в офисе. Доброе утро, для семейного ожидания. По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Охереть. Твою мать! Скотина, блядь, твою мать! Да ты какой-то ебанутый, блядь, сегодня! Ну в этот раз хоть поворот показал. Ой, охуеть, блядь! Есть, блядь! Дважды охуеть, блядь! Готовы, нам! Какие ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну с нее. Ну, может быть, вы там хорошо воспитаны, что вас оскорбляет, что во время беседы с вами кто-то ест или пьет. Потому что это неправильно, по этикету это не положено. Кто бы что ни говорил, чьи бы злые языки там чего не обсуждали, этот номер телефона работает, да-да, 377-5583. Кстати, вы уже с тюрьмой, ребят, а что звоните? Подождите, подождите, не спешите. Сказала, туда едь через Светлану, обратно через Удельную. Кошмар. 6300, скоро уже так и так. Ни хрена себе. Это что это такое было? Это что такое было? Это что такое-то? Я бы как сел, чтоб я Волгу скинул. Чего шум так мигает? Чё? А чё он хочет? Ля-ля-ля! Ебать! Бля, и заехал прям в дом. Ебать, ё мать! Ой, придурок. Да вот дедок, он же не видел на тебя. Тут конкретно запись в видео аварии. Ебаный в рот. Пиздец. Он, сука, левит, подъебает.
там? Мамочки, мама. Улыбайте, смотрите, улыбайте. Боже мой. Хоть бы он вниз не полетел. Прикинь, он вообще. Господи, ты же сильный. Господи, господи. Мамочка. Включено внешнее питание.